Всем привет, с вами я, Алена. Сегодня у нас обзор моих покупок из интернет-магазина Wildberries. Дорогие мои подписчики, гости канала, если вы еще не подписаны на мою группу ВКонтакте, обязательно проходите по ссылке, которую я оставлю внизу в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии к этому видео, для того, чтобы не теряться, если все-таки YouTube у нас в стране запретят. Давайте приступать, смотреть, что же я нашла классного и интересного в этот раз на этой интернет-площадке. Все цены, как всегда, буду подписывать на экране. Первая моя покупка – это вот такая демисезонная куртка. Взяла я ее для своей дочери в подарок на 8 марта. Мерила на себя, брала 50 размер, мне она подошла идеально. У меня как раз 50 размер. Ну, дочке взяла, чтобы она выглядела более свободно, как стиль оверсайз. У нее размер чуть-чуть поменьше, чем у меня. Так, тут вот какие-то защитные бумажки приклеены. Сейчас я все распакую и вам подробнее покажу. Вот такая бирка, цвет пудровый, размер 50. И кто же у нас производитель? Так, наверное, даже нет смысла искать. Скорее всего, это Китай. Не вижу. Да, Китай, и произведено аж в июле 2019 года. Но, несмотря на это, она очень достаточно стильная, классная. Вот так вот сделано внутри. Тут все простегано. Мне она очень понравилась. Есть внутренний карманчик. И сзади курточка очень-очень красивая. Тут такие большие глубокие карманы, висюльки всякие. Такие же висюльки у нас тут и сверху, причем они с каким-то напылением, что ли. Давайте я вам разверну ее, покажу, какая же она красавица. Честно, когда примеряла, хотела ее себе оставить, но нет, это все-таки подарок для дочери. Для своей дочки мне ничего не жалко. Очень красивая, классная куртка. И цена достаточно смешная. Такие рукавчики. Капюшон отстегивается при желании. Продолжаем с вами дальше. Следующая вещь – это вот такое красивое платье. Здесь размер 52. Также мерила на себя, на мою грудь тройку. Подошло оно идеально. Платье очень красивое, при моем росте 1,58 м, это платье мне до середины икры. Рукавчики 3/4, не тянутся. У меня ручки, в принципе, большие, да, поэтому здесь все замечательно, все поместилось, все хорошо. Тут все на пуговках, пуговки на месте. Очень красивое платье, произведено в России. 65% вискоза, 35% полиэстер. Оно такое струящееся. Праздничное, нарядное, красивое платьице. Мне очень оно понравилось. Далее я вам покажу несколько бриджиков для дома. Ну, не только для дома, можно и с туникой на улицу одеть. С туникой, извиняюсь сразу. Мне вот так вот приятней. Никуда от этого не деться, все мы где-то неправильно ставим ударение, где-то еще чего-то, поэтому я не вижу смысла придираться к людям из-за таких мелочей. Вот мои первые бриджики. Все цены на экране и ссылочки будут внизу в описании к этому видео. Если вам что-то понравилось, можете пройти и приобрести себе точно такой же товар. Называются они леггинсы лосины из хлопка для спорта и дома и прогулок. Размер 2XL, брала также XL, но они мне показались маломерками. Немного поджимали, поэтому XL я отказалась. Здесь 92% хлопок, 8% эластан. Хорошие бриджики, качество очень классное. Следующие бриджики тоже в черном цвете. Здесь производитель уже Беларусь. Качество ткани здесь тоже хорошее. Но все-таки у первых черных было получше. Но эти мне также понравились, поэтому оставила с удовольствием. Цена достаточно смешная. Не вижу смысла что-то тут придумывать, говорить о том, что они плохие. Нет, хорошие бриджики. 95% хлопок, 5% как-то странно. 5% нить с па.
Непонятно. В общем, скорее всего, это эластан, потому что бриджики, естественно, тянутся, немного прилипает грязь, но это нормально к черным бриджикам, все вот эти ворсинки. Ничего страшного я в этом не вижу. Единственное, что если у вас кошечки и собачки сильно линяют, то лучше, конечно, не брать черные. Моя кошечка не сильно линяет, поэтому могу себе позволить. В отзывах многие люди эту марку хвалят прямо на ура и берут не только бриджики, но и другие вещи этого производителя. Следующие бриджики от этого же производителя белорусского. Здесь я брала два размера 48 и 50. Оба размера мне подошли, поэтому забрала их себе домой с большим удовольствием. Ткань здесь немножко другая, чем у предыдущего варианта, мне так показалось. Она, по-моему, немножко более гладкая, что ли. Посадка высокая, все хорошо, все замечательно, резинка не слабая. В общем, рекомендую. Ну, конечно, единственное, что меня смущает у этого производителя, почему бордовые я забрала оба размера, и больше, и меньший, а черные только больший. Вот черные мне показались все-таки маломерками, а бордовые сидят идеально по своим размерам. Следующие леггинсы эти, конечно, все-таки для дома, потому что ткань здесь мне очень напомнила прям вот футболочную. Поэтому на улицу вряд ли их оденешь. И резиночка, видите, там внутри прям вот вставлена резинка. Немного мне показался поясок такой ослабленный, что ли. Но для дома они подойдут идеально. И спать в них можно, и по дому ходить. Здесь состав 95% хлопок, 5% лайкра. И производство это Чувашия. Размер 50. На мой 50 сел идеально. Также от этого производителя еще и розовые взяла. Понравились. Для дома хороши. И цвета у меня камера передает идеально. Вот эти прям такие малиновые, а вот эти красные-красные. Следующие леггинсы я бы не рекомендовала тем, кто хочет носить такие леггинсы с футболками. То есть, если вы возьмете какую-нибудь тунику, да, то будет нормально. С футболкой весь ваш целлюлит, всякие неровности, белье, все будет видно, будет, ну, не то, что просвечиваться, нет, будет просто силуэт проявляться, да, то есть все наши апельсиновые корочки и так далее. Но я взяла их не для себя, эти леггинсы я взяла для дочки, чтобы можно было на выступление поддевать под платьице и так далее. Вот они, телесный цвет, будет нормально смотреться. И не будут выделяться они под одеждой у нее, и все, что нужно, будут закрывать. Потому что у нас есть танцы, где мы сидим, танцуем сидя, да, и чтобы, не дай бог, ничего лишнего не было видно. Вот такие леггинсы мы поддеваем под наши костюмы для выступлений. Здесь я взяла размер побольше, 50, рост 164, 106 объем бедер. Состав 90% хлопок и 10% эластан. Производитель также Чувашия. Но тут резинка уже получше, чем у предыдущих. Ну так вот, на 48-50, да, 50 будет сидеть хорошо. Меньше брать, я думаю, не стоит. Следующий товар я взяла для своего мужа. Это шорты хлопковые. У нас с мужем объем бедер практически одинаковый, поэтому я их примеряла на себя, да, чтобы посмотреть, подойдут они ему или нет. И вы знаете, вот когда я их одела, я поняла, что такое действительно стиль бойфренд. Мне так захотелось эти шорты оставить себе. Вроде расцветка такая, ну, на мой взгляд, ну, не ахти, да. Но на мне они смотрелись просто бомбезно. Я захотела их себе оставить. Об этом сказала мужу, он не против, но все-таки отдам ему себе. Может быть, еще такие закажу. Очень они мне понравились. Или буду у него забирать. Почему нет? Иногда одеть. Я думаю, это нормально. Так, что скажу вам? Это чебоксарский трикотаж. Также город Чебоксары. Состав 100% хлопок. Расцветки были разные. Так что здесь все идет размер в размер. Есть небольшие, неглубокие карманчики. Хотя как неглубокие? Да нормальные карманы. Резинка хорошая. Отличные шортики. Присмотритесь. С одеждой мы закончили. Теперь приступаем к другим товарам. Далее вот в таких вот упаковочках ко мне пришли очень интересные покупочки. Первое, это я взяла для своей мамы в подарок на 8 марта.
Здесь значки, как уверяет нас производитель, вернее продавец, эти значки были произведены еще в Советском Союзе. Ну, такая память, это октябрятская звездочка, значок ВЛКСМ, ударник коммунистического труда и вот такие вот два значка, я так понимаю, это значки пионерские. Видите, страна-изготовитель СССР. В подарок продавец мне прислал вот такую денежку из Боливии. Спасибо большое. И, кстати, если мы говорим о денежках, то вот, я себе заказала денежку, да. У меня есть сочинская. Я заказала себе сейчас 100 рублей к чемпионату мира по футболу в России и Крым. Также продавец мне положил вот такую вот денежку, не денежку, это 1000 билетов МММ. За это огромное спасибо. Может быть, тоже подарю родителям или себе оставлю на память, почему бы нет. Не хочет она вылезать. Вот такая вот смавроди. Вроде как это тоже оригинальные денежки, то есть не новодел. Ну и вот она, банкнота к чемпионату мира по футболу, 100 рублей. Это платежная денежка, то есть ей можно рассчитаться в магазине. Вообще не знаю таких, извините за выражение, дураков, кто бы рассчитывался в магазине такими денежками. Но знаю, что одному моему знакомому очень повезло. Ему в магазине сдачу дали 100-рублевой банкнотой именно с Сочинской Олимпиады. И мне так стало обидно, что я купила эту денежку, а он ее получил просто так, по номиналу. И вот такая вот здесь уже Крым. Это тоже платежный вариант. Ей тоже можно рассчитаться в магазине. Конечно же, не буду я рассчитываться, оставлю себе. Смотрим с вами дальше. Вот такое биологическое средство для септических систем. Мы берем не первый раз, нас очень оно устраивает. У нас дома септик, очень хорошо работает. Ни запаха нет, все с ним замечательно. Предназначен для обработки 12 квадратных метров на 5 недель. Очень хорошее средство, рекомендую. У кого есть септики, присмотритесь. Взяла себе на пробу новый раствор для линз, для очищения контактных линз. Я ношу линзы, да. Обычно я брала Optifree, но как-то больно дорого. Самый дешевый 600 рублей на Валберес. А вот этот вариант не стоил и 500 рублей. Объем такой же, 300 мл. Хотя нет, Optifree, по-моему, там 330, что ли. И контейнер для линз в подарок идет. Еще не тестировала, но по отзывам все пишут, что все хорошо, даже у тех, кого чувствительные глаза. Потому что я как-то брала себе раствор Renew, и он мне не подошел. Вот такой контейнер для линз. Также вас сразу предупрежу, обязательно открывайте на пункте выдачи коробочку, потому что на самой коробке сроков годности нет. Сроки годности указаны на бутылке, и очень многим приходит либо вот-вот уже заканчивается срок годности, либо даже просроченный. У меня все замечательно до июня 2023 года. Следующее – это средство для укрепления ломких ногтей, железный укрепитель. Уже протестировала, вот он у меня на ногтях. То есть такой дает легкий розовый оттенок. Срок годности все хорошо, до 6-24 года. Как он помогает укреплять ногти, пока ничего не могу сказать, потому что первый раз только его использовала. Но по отзывам девочкам нравится, и цена достаточно гуманная. Следующее, что я вам покажу, это тушь. И девочки пишут, что она стойкая, ничего подобного. Также немного осыпается, буквально через 4 часа уже начинает осыпаться. Но мне она понравилась даже больше, чем Кабаре. Поэтому рекомендую. Хорошая тушь. Тоненькая кисточка, сейчас вам все покажу. Я такие больше люблю, чем пушистые. Вот такая кисточка. Все замечательно. Пузырек полный. Последний раз, когда я брала тушь Кабаре, она ко мне пришла уже такая полусухая. Здесь все хорошо. Реснички удлиняет просто на ура. Поэтому, кому надо удлинить, берите. Хорошая тушь. Ну и остается у нас совсем чуть-чуть. Взяла себе вот такие браслеты. Красивые очень. Такой тоненький он на резиночке. Вот так аккуратно он выглядит. Я осталась очень довольна. Цена достаточно смешная. И от этого же продавца взяла браслет. Здесь немножко он потолще. Такой же на резиночке. Ну и вот он.
Все камушки на месте, все хорошо. В этот раз взяла себе скальпель для педикюра. Да, я как-то увидела в одном видео, как в кабинете у подолога человеку срезают скальпелем все натоптыши, бородавки. И мне так это понравилось, я решила попробовать. Вы знаете, это лучше всяких щеток. Просто поскребсти ножки. Они становятся гладенькие, никаких заусенцев, ни за простыни, ни за что не цепляются. Все замечательно. Делается все быстро и просто. Главное распарить ножки. Это самая лучшая щетка для ног, я считаю. Ничего другого и не надо. Взяла себе контурный карандаш для глаз с алоэ вера плюс мультивитамин. Сроки годности все хорошо, до декабря 2024 года. Цвет коричневый. Линия тонкая, но здесь карандашик надо будет, конечно, точить. Наносится хорошо, никаких проблем. Вот такой блеск для губ. Тоже сроки годности, все с ним хорошо. Единственное, что я вам могу сказать, не очень приятный запах. Запах такой сильный медовый, мне не нравится. В прошлом обзоре я вам показывала масло для губ. Может быть, даже этот производитель был, не помню. Да, он. И такой же был запах неприятный. Хотя масло само хорошее, губы увлажняет, все замечательно. Жидкие тени для век. Сроки годности вообще отличные, тут до 25 года. И вот так вот переливаются, очень красиво. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такие жидкие тени для век. Их я уже протестировала, они достаточно стойкие, классные. Я вам их точно рекомендую. Оттенков много, я выбрала вот такой вот. Это тон 02. Давайте вам предыдущие тени покажу. Тон 707. Вот такой блеск для губ, если вас все-таки заинтересовал, это тон 10. И карандашик это тон 12. Как всегда, все ссылочки будут в описании к этому видео. Проходите, если вас что-то заинтересовало, приобретайте для себя. Я вас всех люблю, берегите себя и своих близких. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, чтобы не терять друг друга, если что. Всем пока-пока!